Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня коллекционер героев, как обычно, на английском серверовом пару раз в месяц, не так как на русском раз в месяц. Коллекционер, хрустальный сундук. Хрустальный сундук и неплохие тут, вот я охочусь ради вот этого, неплохие плюхи вроде как бы. Мне нужны некоторые расходники, плюс камешки, плюс кулаки, плюс сундучки. В общем, такие вот дела. Так, что у нас сегодня есть? У нас сегодня есть роллинг за 1500. Сейчас я еще пробегусь. Так, у нас есть даже вот такой вот. Давайте немножко попробуем. Ну, посмотрим на удачу. Бог грома, ну я не знаю, я уже не один раз говорил и еще раз повторюсь, бог грома ни о чем, забудьте о нем. Если есть пираты, играйте в пирата, а в пирате вы в десятки раз больше плюх топовых найдете. Я не знаю, почему они так это все делают, но уже давным-давно могли бы что-то сделать поинтереснее. Такс, что у нас, поехали, паролем по 1500. Так, Лео, заберем, пооткрываем плюшечки, сердцеедка, паладин, триант, бидон. Ну, как видите, тут хоть и гарантированно падает вам фиолетовый герой, да, у Махатмы, но не факт, что он будет имбовым, то есть топовым. А вот космище, пожалуйста, плюс бочка. Ну, то есть раз на раз не приходится. Но в основном, как видите, падают такие герои. Не ухти, скажем так. Так. Химка, химка. Гаргул. Вот так вот. Сейчас я позабираю плюхи быстренько. Да давайте уже гоните все на базу. В общем, вроде как бы и неплохо падает. С одной стороны. Сейчас пойдем еще с вами на русский сервер. Посмотрим, что там. Я там так и не выбил одного недостающего героя. Устроим батл роллинг. Здесь у нас в принципе с топовых упала Махатма и Космо. А, но здесь мы ролили по 1500. На русском мы ролим по 450, 1040. Сейчас только я плюшки заберу. И сделаю вам следующую имбу. Так, отлично. Забрали мы плюшечки. Вот такие вот плюхи у нас получились. Так, давайте их пооткрываем. Так, опять пошла жара коробки. Коробки, которые нафиг не надо. И скинем на здание. Ну, желтые камешки, в принципе, нужны. Так, пятое. Здесь самое-самое важное, это книги, которых вечно не хватает.
Так, что у нас тут еще такого интересного было? Вроде с такого все. Так, окей. Давайте еще 1500 на удачу. Гарпия, еще раз 1500. Медузка. Поехали на русский сервер. Здесь нам надо выбить свалина. Мы так его и не вытащили еще до сих пор. Наверное, нас кинет на твинк. На бездонатный аккаунт. Не, все нормально, кинул туда, куда надо. Такс. Let's go. Смотрим, что у нас тут по акциям. Понятно, даже заходить не буду смотреть. Здесь тоже ничего нет. Стань алхимиком, подарки тут. Ну, поехали, испытаем свою удачу. Посмотрим, удивит ли нас русский сервер. О, места на складе не хватает. Нужен весь одержимый. Гаргул. Давай русский сервер, выражай, не подведь. Ледяной феникс. Не, ребят, русский сервер решил не сдаваться. Так, до 700 ровим. Хранитель. Ниндзя. Тут, знаете, тут хоть землеройка, но я считаю, что это уже намного круче, чем на английском роллинге. Драка с ниндзя, знаете, это то чувство, когда русский сервер просто сказал, нифига вам, америкосы. Здесь только хардкор. Кто-то где-то параллельно рулит, а ему только одни зеленые и синие падают. Фея, медуза. Еще одна землеройка. Нифига себе. Ронин. Обалдеть. Видите, по 450. Намного круче. Рыцарь тьмы. Королева гарпий. Вот я не знаю, Валентина, вот вроде казалось бы 1500 вы должны там гарантированно получать. Ну вы в принципе получаете гарантированно одного фиолетового героя. Но опять же, Бугимен, ну блин. Сори, английский сервер, но сегодня русский сервер победил. Чувство, когда вот 450 зарешало душек, варлок, ПБшка. Вот вам и ответ, что как лучше ролить. Да, вы там 100% получаете. Это, знаете, вот роллинг. Давайте до следующей леги. Ниндзя, хранитель, называется до следующей лиги, и понеслась. Хранитель, Бугрома, Арес, Суккуб, Капитан Дрейк, Бугрома, одержимый, ПБшка, череп, ну в общем, королева гарпий. Не знаю, кто там еще упал. В общем, заролили мы в общей сложности где-то под 100к. И что мы можем сделать, какие выводы? Что на русском сервере по 450 все-таки больше упало топовых героев, чем на английском по 1500. 1500 роллинг, я вам скажу так, он больше подходит без донатов, как по мне, тех, кто хочет 100% получить какую-то легендарную карту, то есть легендарного героя фиолетового, потому что там 100% шанс, что вы хотя бы как минимум одного получите. Вы можете проролить 3 раза или 4 по 450, 4 раза, да, там по 450, но не получить нифига. То есть, вот, смотрите, ну, это не в счет, да, это не в счет, и это не в счет. Вот раз, два, ну, не дадут нам, раз, два, сука, издевается, два, три и четыре, вот, то есть, все. Тупо паладину, да, вам выпал. Можно попасть в этот отрывок и нифига не выбить. Если вы же будете бить по 1500, у вас 100% шанс
на хотя бы как минимум одного фиолетового героя. Не, ну, понятно, что он может быть имбовым, может быть обычным, но вы 100% его получаете. То есть я считаю, что, допустим, вот, вот так вот ударить для без доната намного круче, потому что вот две получили, тут одного получили, тут одного. Раз на раз, конечно, не приходится, видите, и фиолетовый, ну, как видите, тут гомище падает. Но все же у вас шанс выбить хотя бы одного героя есть. Командора вот упала. Плохо. То есть, жалеек нападало. Вот так вот. Ну, все же по 450 на русском намного круче. Вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, репостики, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.